Сотрудники Росгвардии совместно с органами исполнительной власти провели в одной из школ Ленинского городского округа тренировку, в ходе которой наглядно показали, как в случае нападения на школу вооруженных преступников взаимодействуют Росгвардия, полиция, МЧС и пожарные. Наша роль, она самая непосредственная, это задержание вооруженного правонарушителя, который проник на территорию учебного заведения. И прежде всего, конечно, это не допустить, чтобы пострадали дети, работники средней школы. По легенде, на территорию школы проник террорист. Сотрудник охраны нажал на кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно прибыли и задержали условного преступника. Голову вниз. Далее было наглядно показано, как обезопасить детей при обнаружении в общеобразовательном учреждении взрывного устройства. В этом помогла инсценировка. Охранник заметил подозрительный предмет и незамедлительно сообщил в полицию по номеру 112. На место прибыли сотрудники следственной оперативной группы, которые зафиксировали бомбу. После этого к работе приступили специалисты по разминированию здания. В конце подвели итог совместной большой работы, разобрали ошибки, сделали выводы. Сегодня так же, как с кнопкой, да, работала, а потом что-то произошло не так, так то же самое может произойти с ключом. Закрывалась, тут начали закрывать замок, что-то случилось, ключ не провернулся, баррикадку с блокировкой делать надо обязательно. Спасибо большое управлению образования, руководству школы за организацию данного мероприятия. На самом деле это очень хорошие мероприятия, такие учения. Они позволяют подготовить и персонал школы, и сотрудников охранных предприятий, которые осуществляют охрану школы, к действиям в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации. Подобные учебные тренировки необходимы, чтобы сотрудники школ были подготовлены к реальным ситуациям, которые угрожают жизни учеников. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.